Дорогие друзья, всем привет! Сегодня хочу приготовить салатик. Полезный, вкусный, диетический. И на ужин как раз самый-самый подходящий. Тем более для тех, кто на диете. Это салат из тунца. У меня есть вот такая вот баночка тунца. Банка большая, здесь 338 грамм. Я ее покупала в Светофоре, стоит 178, по-моему, рублей. Ну, где-то около 180 рублей. То есть это получается даже дешевле, чем брать, ну, две баночки маленькие. Я еще не пробовала, не открывала, но это мы сейчас сделаем вместе с вами. Также мне понадобится пару помидор, один огурец, одна небольшая луковица, 4 яйца, укроп. Салат. Я хотела купить айсберг, но айсберга в магазине сегодня не было. Поэтому взяла вот такой вот в горшочке, в маленьком. Сделаю с таким салатиком. И оливковое масло. Так, а тунец у нас в чем? В масле здесь или в собственном соку? Сейчас посмотрим. Так, с добавлением масла. Значит, масло мы отсюда сливать, жидкость не будем. А выложим просто все содержимое баночки. Так, открываем. Одной рукой я навряд ли открою. Выглядит это все вот так. Жидкости нет, так как он у меня стоял в холодильнике. Видите, как холодец. Все. Сейчас хочу попробовать. Вкусно ли это? Прям куском там, по-моему, лежит тунец. Вкусно. Вижу перчик крупный, вот он, и лавровый лист. Это мы сейчас все уберем. Сейчас переложу все в банку, в чашку, и выловлю оттуда перца и лаврушку. Вкусный тунец. На вкус мне очень понравился. Я его уже тут начала вилочкой разминать для салата. Да, видите, стоял в холодильнике, и он как желе такой вот подзастыл. Сейчас я его разомну. Так, это отставим в сторону. Возьмем доску и нож и порежем яйца, помидоры, лук и огурчик. Огурец порезала четвертинками. Отправляю его к тунцу. Видите, у меня Новый год. Елочки стоят. И верба. Папик гулял с собакой и нарвал мне веточек вот таких вот сосновых. Там вот маленькие шишечки есть. И уже верба распустилась. Сорвал вербу. Я понимаю, что рано, но чисто для красоты. Помидорчик тоже сейчас порежу. Помельче. Конечно, лучше сюда добавить черри, но черри тоже сегодня в магазине не было. Что-то сегодня не повезло ни с тем, ни с тем. Ну, ничего страшного. Порежу такой. Возьму два помидорчика. Огурец порезала весь. Целый огурчик вот такой вот длинный. Помидорчик отправляем тоже в общую тарелку. Вот такими вот дольками порезала. Это я себе на ужин готовлю. Папик, конечно, на ужин ему этого мало. Я ему приготовила пюре. Уже готово. Есть котлеты, вчера жарила. И рыба. Помните, я солила в предыдущем или через видео. Солила селедку. Селедка получилась не оторваться. Очень вкусная, малосольная, бесподобная. И сегодня с утра сварила борщ перед работой. Поэтому папику еды тоже хватит и на сегодня, и на завтра. Ну, а себе будет вот такой вот салат на ужин. Надо худеть к лету, поэтому будем делать такие какие-нибудь диетические блюда себе на ужин. Лучок порезала вот тоненькой вот такой вот соломкой полукольцами. Тоже его вот сейчас так вот разъединю и добавлю в салатик.
Можно зеленый лук, кто не любит такой вот головками. Я лук головками люблю, и даже в больших количествах, поэтому для меня не проблема. Дальше у нас яйца. Ну, яйца сейчас порежем квадратиком. Яйца готовы, и тоже их выкладываем в общую. А кто это у нас там пришел с улицы? Кто гулял? Ася пришла. Ася мокренькая вся. Тебя папа мыл, да? Мокрая. Ну, а теперь порежем салат. Сейчас я его срежу из горшка. Весь порежем салат. Тут его немного. Салатик промыла. И сейчас порежем. Готово. И остался у нас укропчик. Ну вот, салатик у меня и готов. Осталось его немножечко подсолить и поперчить. Можно заправить майонезом, но так как у нас салат идет ПП, полезное питание, заправим его оливковым маслом. Немножечко маслица. Вот так, я думаю, достаточно. И сейчас с помощью двух вилок я его хорошенько перемешаю. Ну что, вот такой вот салатик у нас получился. Сейчас я его хочу попробовать. Вкуснятина. Обалденный. Петунец вкусный. Надо будет еще, когда поедем в светофор, купить несколько баночек вот этого тунца. И почаще делать такой салат. Очень вкусно. На ужин прям так вообще. Сплошные витамины. Ну что, на этом я буду заканчивать свое видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, как вы делаете салат из тунца. Я знаю, что есть много разных вариантов. Можно делать слоеный, там с картошкой, с морковкой. Но это более такой вот зимний, более такой вот калорийный салат. Ну а мы с вами увидимся в следующем видео. И всем пока-пока.